Здорово, нестриженные. Я в Ньюпорте. Сейчас идем снимать Лаурид. Вот они. Hi guys. Здесь два входа. Один находится там, откуда я заходил. Второй вход, вход со двора. Это старый автомат для прослушивания музыки. Я так понял, уже не работает, стоит здесь просто как декорация. Это тоже один из таких же, в котором есть пластинки, в котором можно было послушать музычку. Это что-то типа laundry room. Здесь бабы, фотки, стиралка, опять бабы, опять фотки и банкомат. Все самое необходимое. Можно посидеть вот там, поиграть на гитаре, взять оттуда пивка, послушать радио, перейти на красный, желтый, зеленый. Вот это местина, да, чуваки? Вообще прям, мне прям очень нравится. Я не могу рассмотреть каждую деталь, их столько много, вообще просто нереально. Везде картинки, везде всякие штуки интересные, какие-то инсталляции, вот, какая-то игра. Я даже не знаю, что это за игра, похоже на какой-то экзорцизм, честно говоря. Это такой себе бутлегерский уголок, где можно зайти, выпить, ну, больше, конечно, чай, чем пиво, но, я так понимаю, здесь люди выпивают. Пойдемте поздороваемся с ребятами. Чуваки, это Кенни. What are you doing here? Smoking, having a good time. Yeah, so you're not the barber? Or are you barber? Он менеджер. Есть еще один парень. Он с Бразилии. What's your name? Neto. Neto. Yes. You're from São Paulo? How long you work here? São Paulo doing meses dura. Seis. Ocho meses. Ocho meses. Yes. 3 months. 3 months? Yeah. Ага. Барбер. Он здесь 3 месяца, и как видите, тоже есть проблемы с языком. Но язык барбера понятен всем. Бери и стриги. Ничего сложного вроде как, да? Пойдемте покажу, что происходит в главном зале. What's your name? My name is Oscar, 25 years old. And how long have you been in Leyrite? I've been working here for 3 years now, a little over 3 years. Huh? A little over 3 years now. Okay, you like it? I love it here, dude. Yeah. Love this place? Yeah, I just moved there here to Costa Mesa. I'm right down the street from the shop. Uh-huh. I'm loving it, actually. У него есть пару слов для нас. Привет, Шторм. Yeah. Менее эпатажный парень по имени Caesar. Yeah, his correct name? Caesar, yeah. Caesar, like Caesar. Yeah. Короче, его имя переводится как ножницы. How long you already in the team? 13 years. 13 years? Yeah. You in Leyland 13 years? Or you working like Hollywood? In Hollywood? In Hitler's shop, yeah. С ума сойти. В этом месяце он проработал 12 лет. 13 years. Поэтому у него вот такие клиенты. This guy here. What's your name? Danny. Danny. Danny, yeah. Вот
Вот это хороший барбер, который может поработать над стилем и задать его собственными руками, собственную голову и голову своих клиентов. Дальше отправляемся к Дони домой. Говорят, у него тоже очень прикольно, поэтому продолжим уже там.